Мы часто подразделяем продукты на белки, жиры и углеводы. Но это очень упрощенный способ классификации, потому что мы выделяем тот элемент, количество калорий из которого доминирует. Мы называем картошку углеводами, а рыбу — белками. Но на самом деле существует всего несколько продуктов, которые состоят только из жиров или углеводов, или белков. Большинство содержит все три элемента. При слове «белки» большинство людей думают о мясе, рыбе, птице, яйцах, молочных продуктах. А вегетарианцам в голову придут бобы или чечевица. Но это не чистые белки. В мясе, рыбе или птице также содержатся жиры. В молочных продуктах и йогуртах помимо белков содержится небольшое количество жиров, а также углеводов, которые мы получаем из натурального молочного сахара. Растительные белки, бобы или чечевица, также не полностью состоят из белков. В них содержится небольшое количество жиров, и они также являются источником углеводов, в основном из клетчатки. Когда говорят об углеводах, первые мысли возникают о хлебе, рисе или макаронах. И действительно, в этих зерновых продуктах в первую очередь содержатся углеводы. Однако зерновые продукты, особенно цельнозерновые, от природы являются источником белков и небольшого количества жиров. Не ассоциируются с углеводами и овощи. Однако большая часть их энергетической ценности обусловлена именно ими. При классификации продуктов подсолнечные и растительные масла попадают под категорию жиров. Но иногда авокадо и орехи также включают в эту категорию. В авокадо действительно содержатся полезные жиры, но кроме них, опять же, углеводы, в основном из клетчатки, и немного белков. Съев горстку орехов, вы получили большую часть калорий из жиров. Однако в этой горстке также есть около 5 граммов белков и даже углеводов. Есть только несколько продуктов, которые выбиваются из ряда. Во фруктах совсем нет жиров и крайне мало белков, за исключением авокадо, который формально входит в эту категорию. Чистые жиры — это масла, а обычный сахар, например, столовый сахар, мед и кленовый сироп — это чистые углеводы.